Пора новогодних встреч и рождественских сюрпризов уже наступила. Воспитанники Гродненского областного центра медицинской реабилитации детей сегодня получили свои первые подарки под елку. Кроме традиционных сладостей и игрушек, представители областной организации профсоюзов подарили детям эллиптический тренажер, гимнастические мячи и специальный спортивный инвентарь для укрепления здоровья детей. Основные моменты реабилитации – это массаж, это лечебная физкультура, это физиотерапевтические методы лечения. И то оборудование, которое мы сейчас получили, это, ну, оно будет использоваться на 100%. Мы начинаем именно этап рождественской акции. И, конечно, она продлится до середины января. И мы посетим интернатские еще учреждения, а сюда мы, безусловно, придем еще не один раз и перед Новым годом и окажем эту помощь, существенно сделаем ее. В Гродненском реабилитационном центре постоянно находится 65 детей. Для каждого медики разрабатывают индивидуальную программу упражнений. Всего же каждый год медицинскую помощь здесь получают около 1000 маленьких пациентов.